Зубополянским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия в отношении 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». По данным следствия, вечером 10 мая 2019 года двое мужчин, проживавших в одной комнате в доме-интернате для престарелых и инвалидов, расположенных в поселке Потьма Зубополянского района, распивали спиртное. В ходе возникшей ссоры один из них взял нож и нанес своему соседу удар в область грудной клетки. От полученного телесного повреждения 70-летний пострадавший скончался на месте. Судом по ходатайству следствия в отношении фигуранта избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователям Следственного комитета ему предъявлено обвинение в совершении убийства, свою причастность к совершению которого он не отрицает. Стоит отметить, что ранее он привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение преступлений против личности. В настоящее время следователями Следственного комитета проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Предполагаемое орудие преступления изъято в ходе осмотра места происшествия. По нему назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Кирилл Нестеров, старший следователь Зубополянского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия.